Друзья, всем привет! С вами канал Семь Семян. В прошлом ролике мы показывали вам, что делать с розой, которую вы купили в середине лета, просто буквально за бесценок. Вот, например, эта роза сорта Мерлин Монро, как распродажный образец, продавалась всего за 300 рублей, при своей стоимости, по-моему, около 3-4 тысяч. Сейчас это довольно частое явление, когда розочки, которые уже переросли, отцвели, их уже поломали, распродают очень дешево. И на самом деле это неплохая возможность для того, чтобы высадить свой сад с большой скидкой. В предыдущем ролике мы вам рассказывали подробно, как подготовить такой саженец, чтобы он, ну, в целом вообще выжил, как бы, при посадке. Мы его уже подготовили. Если вы, кстати, не смотрели этот ролик, срочно посмотрите. Это первая часть этого видео. Она уже есть на канале. Там мы подробно рассказываем, как вылечить розочку от болезней и, самое главное, как ее правильно обрезать. А сейчас пришло время ее, наконец-то, высадить в открытый грунт. Мы уже подготовили посадочную яму. Про ее глубину я расскажу вам чуть подробнее. Эта розочка с закрытой корневой системой. Портить ее мы не будем. Мы ее вытащим вот в том земляном комке, который она есть. А теперь немного подробнее о том, как же выбрать правильный размер посадочной ямы. Здесь на самом деле все просто. Во-первых, при посадке любой розы обязательно необходим хороший дренаж. Я буду использовать керамзит, и это важно учитывать, слой керамзита важно учитывать при глубине посадочной ямы для розы. На самом деле все просто. Вот мы ее выкопали, я ее сюда прямо в горшке кладу. Я понимаю, что здесь сантиметров 5 будет керамзита, и на сантиметра 3, 4, 5 мне нужно заглубить прививку, потому что сейчас прививка в этом саженце открытая. И вот таким образом у меня получается 10 сантиметров должна быть глубина до горшка. Итак, посадочная яма необходимого размера у нас уже подготовлена. И что мы делаем дальше? Так, пока что горшочек я наш вытащу и возьму керамзит. Я беру довольненько крупненький, странное сочетание, но крупный керамзит. Вот тут какие гранулы, недостаточно такие. У меня вот этот мешочек, он у меня под все мои розы. И кладу в посадочную яму. Я так думаю, что где-то сантиметров, как я уже сказала, 5, я выложу керамзита, потому что розочке нужен хороший дренаж. Розам нужен хороший дренаж, чтобы корни не загнивали. В принципе, это относится, мне кажется, почти к большинству кустарников. Излишнюю влажность мало кто любит. И начинаются проблемы с загниванием и болезнями. Так, керамзит мы положили. Теперь поговорим немножко о земле. Какой должна быть земля для розы? Конечно, прежде всего, хорошей и плодородной, с очень качественной структурой. То есть это не тяжелая суглинка, это не песчаная почва, это смесь, у меня лично это смесь садовой земли, смесь торфа нейтрального, смесь перегноя и песка. И вот таким образом она прям идеальной такой текстуры, в которой розе будет очень удобно и комфортно развиваться. Земля у нас подготовлена уже, я уже все смешала. Что в нее нужно добавить? Я добавлю в нее пролонгированное удобрение, и в целом больше розочку нашу в ближайшее время кормить ничем не буду. А сейчас вообще очень это опасно делать, потому что уже середина июля, и важно не давать розе наращивать прям очень сильно зеленой массы. И для этого, конечно, нельзя использовать удобрение с прям очень большим содержанием азота. Но пролонгированное удобрение от Bona Forte я обязательно сейчас буду использовать для того, чтобы обеспечить розочке все необходимое питание. Как я говорила уже в предыдущем ролике, у этой розы было налицо дефицит очень важных элементов, и поэтому, конечно, ее нужно немножечко подкормить. Что еще важно? Большое количество этого удобрения я сыпать не буду. Здесь, насколько я помню, при посадке нужно 60-80 грамм на растение. Я чуть-чуть поменьше добавлю. Почему? Потому что сейчас эта роза начнет пускать хорошие молоденькие корешки. И для того, чтобы они не обожглись, а минеральное удобрение, я вот ее все-таки немножко добавлю поменьше. Вот такое вот примерно количество. Вот, собственно говоря, целая эта плошечка.
здесь грамм 60, если я не ошибаюсь, добавлю прямо вот в эту земельку и как следует перемешаю. Этого на первое время будет достаточно. Вот так вот. Вообще, на самом деле, мне будет интересно узнать ваше мнение, подкармливаете ли вы розы, когда высаживаете саженцы, потому что я знаю очень распространенное, например, мнение, что ее не нужно совсем подкармливать для того, чтобы корни развивались и росли активнее в поисках этих элементов, потому что когда они у них есть, им нет смысла расти и там развиваться. На самом деле, сейчас понимаю, что это и к людям относится тоже. Им нет смысла в том, чтобы разращивать корневую систему, у них есть все питание, вот, и в целом это вот неправильно, поэтому, ну, некоторые так считают, что это неправильно, поэтому розу лучше вообще не добавлять никакое удобрение при посадке, для того, чтобы она росла и искала его сама. Я здесь, наверное, займу какую-то нейтральную позицию, я считаю, что да, ее не нужно перекармливать, не нужно ее сейчас судорожно добавлять всевозможные удобрения, чтобы в надежде, что она будет прям активно расти, нет, конечно. Но от пролонгированного классического стандартного удобрения для роз, я считаю, отказываться тоже не нужно, потому что все-таки немножко покушать и хочется. Вот. И для этого у нас есть вот такое классное средство. Так, розочка у нас пролита. Пролита с помощью фунгицидов. Подробнее о том, как я ее обрабатывала, напоминаю еще раз, можете посмотреть в предыдущем ролике. Так как это достаточно мокрый ком, он, ой, колючее, он должен достаточно легко выйти из горшка. Так, горшок прям очень большой. Надеюсь, что и корневая система там хорошая. Сейчас мы посмотрим как раз. Ну, белые корешки здесь есть. Они вот по самым краям. Не очень много, но по самым краям. В целом могу сказать, что на вид так-то все нормально. Вот, ком земляной я разрушать не буду. Я его поставлю прямо как есть. Вот, вот так вот. И начну присыпать подготовленным грунтом по кругу. Отдельный, конечно, момент – это прививка. Прививку, я считаю, особенно в средней полосе России, заглублять нужно обязательно по одной простой причине. Велика вероятность, ну, она действительно есть, что зимой ваша розочка вымерзнет. По крайней мере, ее наземная часть. Если вы заглубите прививку, то прививка не вымерзнет, а на прививке очень много хороших почек. И поэтому, когда весной вам придется обрезать черные побеги, очень быстро из сохранившейся прививки пойдут побеги, которые живые, и розочка снова будет расти, цвести и, в принципе, прекрасно себя чувствовать. Я, кстати, уже забыла, говорила я, что это за сорт или нет. Это сорт Grande Flora, который называется Merlin Monroe. Да, меня подкупило название этого сорта. Я в магазине, когда увидела вот этот распродажный саженец, сразу быстренько погуглила, что это за сорт. Мне розочка понравилась. Она, кстати, внешне, почему-то я, например, ее сажаю рядом вот с этими розами, она внешне очень похожа на них. Это тоже достаточно крупные цветки. Они вот примерно такого же кремово-желтого оттенка. И они, я думаю, здесь будут вообще прекрасно смотреться. И вот я достаточно близко их сажаю между вот этими двумя уже существующими кустами для того, чтобы получить букетную композицию. Вот, я продолжаю ее присыпать. Вот сейчас у меня уже, наверное, ну, где-то наполовину присыпано. Я немножко вот так вот это все уплотню. Вот. Полотню, чтобы не было никаких там воздушных лишних масс. Итак, розочку мы нашу закопали, углубили прививку примерно на 3-5 сантиметров, слегка пролили, потому что на самом деле земля сейчас влажная, был дождик, и плюс у меня очень хорошо был смочен земляной ком у самого саженца. Я убрала все воздушные мешки за счет того, что ее неплохо утрамбовала. И сверху еще, кстати, попробовала замульчировать песочком. Вот, поэтому в очень сильном поливе она совсем не нуждается. Здесь достаточно влаги. Чем можно помочь розочке еще, чтобы
она прям побыстрее тронулась в рост. Накрыть ее 5-литровой бутылкой с хорошими такими уверенными отверстиями для воздуха. Честно, я этого делать не буду, потому что мне кажется, что она и так сейчас пойдет быстро в рост, поэтому думаю, что это не нужно. Розочка достаточно уже выглядит здоровой, мы ее пролили фунгицидами и вообще всячески подготовили. Теперь остается дело за малым, это просто дождаться новых красивых зеленых побегов. Друзья, спасибо, что были с нами, что посмотрели этот ролик. Июль – это еще время, когда можно сажать розы. Розы, на самом деле, можно сажать в течение всего сезона, начиная с весны, заканчивая осенью. Напишите, кстати, в комментариях, какой способ посадки розы ваш любимый. Я, например, люблю весной больше всего сажать. Вот мне нравится, как они развиваются. Вот это, кстати, моя розочка. Это пересорт, я не знаю, что это за сорт. Это моя розочка весенней посадки. Это второй год. Она вот такой во второй год показала красивое пышное цветение. Тут размер бутона равен почти что моей руке. Вот, поэтому спасибо, что посмотрели ролики. Все, я точно с вами теперь уже прощаюсь. Красивых вам цветущих садов. До встречи!